Еще 3 года назад на этом месте стояла всего пара теплиц с несколькими видами цветущих растений. Сейчас же площадь питомника Вашутина более 5 гектаров. В сезон агрономы выращивают 1 000 000 цветков тюльпана 37 сортов. Простые, махровые, попугайные и многие другие. Несколько лет питомник тесно сотрудничает с европейскими поставщиками. Луковицы закупают в Голландии. Мы получаем луковицы в сентябре. У нас есть специальные холодильные камеры, где мы их охлаждаем. И начиная с 25 декабря мы начинаем посадку. Выращивание тюльпанов требует очень-очень-очень внимательного отношения. Прежде чем отправиться на прилавок, каждый цветок проходит тщательный отбор. Длина стебля, размер бутона, степень созревания. Специалисты учитывают все. В коробку для перевозки отправляют только лучшие – крепкие, хрустящие, чуть недозревшие цветы. В преддверии Международного женского дня на предприятие прибыл Дмитрий Волошин. Глава администрации округа ознакомился с производством и качеством местной продукции. По его словам, химкинские тюльпаны не уступают ни одним своим конкурентам. Важно, что наш бизнес, малый и средний бизнес в Химках продолжает развиваться. Мы гордимся нашей химкинской продукцией, потому что она безупречного качества. Неважно, это тюльпаны или это какое-то другое производство, что бы ни было, в Химках всегда делают очень качественный продукт. Дмитрий Волошин отметил, что в администрации округа готовы сотрудничать с местными предприятиями и оказывать им необходимую поддержку. Впрочем, в питомнике о желании и возможности взаимодействовать знают не понаслышке. Несколько лет назад руководство городского округа уже поддержало цветочный бизнес. Очень быстро подключили нам дополнительные мощности по электричеству. Где новые теплицы, у нас была эта территория арендованная. И очень долго мы ее выкупали. Когда мы обратились к администрации, он ускорился буквально. Мы там, то, что мы кушали 3 года, в течение месяца был завершен. Благодаря постоянному развитию цветочная продукция из Химок сегодня отправляется во все города страны, за исключением Калининграда. Однако выращиванием тюльпанов питомник Вашутина не ограничивается. Как только агрономы соберут урожай главного цветка весны, на смену ему придут хризантемы, а затем однолетние растения, которыми впоследствии украсят весь город. Нина Бережная, Алексей Сыченко и Руслан Сафин. Новости Химки ТВ.